Друзья, зачастую к нам привозят машины на ремонт вариатора. Звонят и говорят, все, что-то у меня там захрустело, зашумело, и машина плохо едет, ну и практически вообще не едет. И мы говорим, да, приезжай, сейчас сделаем диагностику. И вот тут такой же случай. К нам пригнали Тиану на полном приводе, 32-ю, 11-го года, с проблемой вариатора, как мы думали изначально. Давайте дадим, заведем, послушаем. Все, мы завели. Тут у нас пробег 208 тысяч. Давай включим передачу. Опа, а она поехала, да? Прикинь, там что-то встало. Прикинь, шрус встал на место. Мы хотели показать. Короче, в общем, ребят. А, нет? Да, тут шрус встал на место. В общем, привезли к нам Тиану. У нее хрустит с левого колеса. Ну, думали, реально вариатор. Подняли, а там просто развалился шрус. Зачастую у Тианы полноприводной 32-й есть проблемы с приводами. Привод просто ломается, то есть вылазит. Вылазит, слизывает шлицы. Ну вот сейчас она просто стоит ровно, видимо, залез шрус обратно. Но вообще у него проблема в том, что как только ты вывернешь колесо до конца, у него выпадет палка и будет хрустеть, и машина будет просто на трех колесах пытаться двигаться, сжигая вариатор. Так вот, мы никогда не говорим ложной информации. Нет такого, что человек приехал с проблемой по шрузу, а мы ему говорим, давай вариатор снимать. Ведь многие сервисы этим промышляют. То есть приехал человек с троящим двигателем или с какими-то дополнительными проблемами, они говорят, да-да-да, это коробка, разбираем. Разбирают, насчитывают, да? Он собирает и устраняет просто шрус. Так вот, мы не промышляем такими проблемами. Ну, вот не промышляем таким. Если есть проблема по шрузу, звоним и говорим, у вас есть проблема по шрузу. Объясню свою точку зрения. Этот владелец, когда у него сломается вариатор, все равно приедет к нам. И заработаю я еще больше денег. То есть я заменю шрус, заработаю денег. Потом, когда сломается агрегат, он приедет, и я снова заработаю денег. Зачем мне зарабатывать один раз, когда я могу заработать два, а может быть и три, и четыре? Может, я еще заработаю на обслуживании? Я думаю, наша политика всем ясна. С вами был я, Юрий Копасов, мастерская ЦВТ-мастер.